Алло. Банк ВТБ. Вячеслав Владимирович? Да, это я. Вы банк ВТБ. А кто именно меня беспокоит? Банк ВТБ. Мария Вячеславовна Орлова. Главный офис, город Москва. Ага. Вы, да, Вячеслав Владимирович? Ну, конечно, конечно. Вы же мне звоните. Я звоню касательно ваших обязательств. А вы вопрос как решаете по погашению задолженности? А я же уже сколько же с вами-то взаимодействовать-то и письменно, и устно. Уж извините, и, ну что, кто из нас попугай или кто-то непонятливый? Вы не платите с 15 года. Это должно 1 623 000 практически. Ну, понятно. А что вам помешало вести нормальный цивилизованный конфликт, обратиться в суд? Мы обратились в суд. Но? При этом оплату вы не производите. Да. Ну, я имел в виду, обратившись в суд, вы там, ну, эксплуатируете предоставленные вам законом полномочия. Ну, вот мы... А что добровольно вы платить отказываетесь? Так, а я просто не вижу разницы никакой. Разница есть. А какая? Платить не готова, только принудительно. Не-не-не, разница есть, продолжайте. Какая разница? Я же вам четко конкретно, я не вижу разницы, поэтому я не знаю, как ответить на этот вопрос. Готов я добровольно? Для меня нет никакой разницы. Я не понимаю, что такое добровольно, либо недобровольно. Просто я не плачу в воровскую структуру. Вот и все. То есть просто вы отказываетесь возвращать деньги банку ВТБ? А у банка... Банк нет. Вы сами-то понимаете, что у банка ВТБ нет своих денег? И что банковская система в нашей стране только так называется. На самом деле ничего общего с цивилизованным денежным оборотом не существует. Все деньги нарисованы. Вы об этом не знали, сотрудник банка? Это ваше мнение. Нет, это не мое мнение. Это мнение очень серьезных людей. Ну, так как вариант, давайте, Дмитрий Потапенко, вы знаете такого эксперта? Вообще известного, мирового, русского человека. Зачем кредит тогда брали, скажите? А, чтобы кинуть вас? Чтобы, ну, сколько можно терпеть? Не, ну, когда я его брал в 15 году, я многого не понимал. Да? Слушай, для чего вы кредит брали? Еще раз повторяю. В 2015 году я брал кредит, потому что мне нужны были деньги. Я почему-то думал, о чем очень сильно сожалею, что деньги — это на самом деле то, что вот когда-то нам прививалось. На самом деле я взял просто фантики, которые ничем не подкреплены, и банк, что характерно, не понес никаких расходов. А теперь требует с меня отдать ему настоящие, заработанные деньги, которые я заработаю, якобы, для него собственными силами, потратив свой потенциал, умственный, физический. Вы понимаете, чувствуете, да? Банк не палец о палец. Не... Просто благодаря тому, что у него есть лицензия Центробанка, не только у ВТБ, у любого другого, он просто берет за счет ставки... резервирования, продает наши кредитные договоры, ну так, грубо говоря, продает. Извините, я вас перебью. Вячеслав Владимирович, вы свое мнение... Это не мое мнение, это данность, это давным-давно доказанный факт. Это ваше... Рокфеллер сказал в свое время, если люди узнают, как устроена банковская система, то на следующий же день будет глобальная мировая революция. Если вы этого не знаете, то вам надо стыдиться. Уже сейчас ленивый только в интернет не ходит. Вы понимаете, что вы работаете на воровскую структуру. Нет у банка своих денег. Откуда вы думаете, банк берет деньги? Неужели вы подозреваете, что от вкладов, от населения? Девушка, любимая, дорогая, единственная. Вы где-нибудь в отделении видели, чтобы стояла очередь отдать свои деньги? А вот в кредитных отделениях, где за кредитами, там очередь. А мне покажите такую же очередь в кассу, где сдают деньги, вклады. Покажите, в какой-нибудь, ладно, там, ВТБ не берем, ваши эти структуры, Банк Москвы, заходишь, в кредитном отделении очередь, кто последний, а там, где сдать на вклад, нет никого. Нажимаешь талончик, положить деньги во вклад, сразу же тебе загорается, пройдите в кассу. Нажимаешь талончик, получить консультацию по кредиту, ты какой-нибудь десятый. Потому что перед тобой 10 человек хотят получить кредит. И вы хотите сказать, что люди получают кредит 300, 400, 500 тысяч из-за того, что кто-то вкладывает эти деньги на сохранение в банк? Извините, я вас перебью.
Вернемся все же к сути разговора. Я вам уже сказал, я ничего отдавать не буду. Ни добровольно, ни, как вы говорите, принудительно. Поймите, придется. А почему с 2015 года не пришлось? Что изменилось? Потому что мы идем навстречу нашим клиентам. Так нет, вы ходите хоть куда. Девушка, вы можете ходить хоть куда, но я вам предлагаю ровно в противоположном направлении пойти. Вы никогда навстречу не ходили. Банковская система априори идет наоборот. Только не навстречу, а напролом. Топчет, давит население. Людей простых. Загоняет в рабство. У нас в стране долговая экономика. Долговая. Я вас перебью. Вы, видимо, просто обычный клиент, который либо, к сожалению, не понимает все серьезное положение, либо делает просто... А какие у вас необычные клиенты? Деньги вы потратили, вы просто не хотите... Не, вот вы когда употребляете эпитеты какие-то, вот в частности, обычный клиент, вы, пожалуйста, сразу будьте готовы, что я буду задавать соответствующий вопрос. Или вам буду задавать соответствующий вопрос. А кто такие, по-вашему, необычные клиенты? Если вы не будете перебивать, возможно, вы дослушаете информацию, которую вам хотели сообщить. Хорошо, я послушаю. Только вы немножко взбодритесь. Такое ощущение, что вы умирать после этого собрались. Вернемся к сути разговора все же. Дело в том, что у вас в любом случае осталось 3 дня для добровольной оплаты. И далее. Вы видите, на вас, как на обычного клиента, действуют также законы. Вы неприкосновенностью не обладаете. Вы слышали сами себя? На вас, как на обычного клиента, действуют законы. А на ваших необычных клиентов, то есть олигархов, законы не действуют. На вашу вот эту вот... я уже не к вам лично. Вы простой такой же обычный человек, который по скудоумию не может сообразить, где работает, зачем он это делает и что его ждет, точнее, что его ничего не ждет. А для обычных клиентов, на обычных клиентов действуют законы, да? Вы слышите себя, вы чего? Вы вообще без скрипта разговаривать не умеете. Говорите лучше по скрипту. Там за вас подумали. Алло. Все, да, сказали вы? Да, нет, это далеко не все. Вы лучше, Вячеслав Владимирович, действительно предпринимаете действия, касательно закрытия вашей... Чем это лучше? Объясните, вот вы вот брякаете на каждом шагу чепуху и даже не можете мотивировать свои слова. То про обычных, необычных клиентов, то теперь вы мне заявляете, что мне лучше вот это. А чем это лучше? Ну-ка давайте, хотя бы хоть одно свое заявление аргументируйте, пожалуйста. Суть разговора. Да какая суть разговора? Суть разговора у вас одна суть. Мотивировать меня на оплату. Вот и все. Держать вот с помощью вас, вот таких вот, как вы, шестерок, держать население в страхе. Что якобы добровольно, не добровольно. Что если вдруг что-то произойдет, вам кирдык будет. Вы понимаете, что вы участвуете вот в этом разграблении своего же народа. Прекратите вести монолог. Да вы же не можете, понимаете, вы не способны, банковские служащие, поддерживать диалог. Вы не способны. У вас там высшее образование, но на каком основании вам эти дипломы выдали? Вы рассуждать обыкновенно не можете. Когда что-то идет не в параллель с вашей идеей, вы начинаете нести ахинею. Обычные и необычные клиенты. Лучше вам это сделать, лучше вам то сделать. Когда вам задают логичные вопросы, на ваши же вот эти вот утверждения, которые в принципе требуют этих вопросов, вы тут же начинаете к сути разговора переходить. Ну что? Вы все сказали? Да я же вам уже сказал, что нет, я не все сказал. Вы постоянно провоцируете на дополнительные вопросы, но не отвечаете на них. Я вас перебью. Все же. Вы поймите, вы, если будете вести монолог по поводу темы, которая здесь роли никакой не играет... Да как же не играет? Для меня это роль самая ключевая. Ваше мнение, извините, я вас все же перебью и прошу вас не перебивать. Я сейчас закончу. Ваше мнение здесь тоже никакой роли не играет, потому что вы обыкновенный клиент. А с обыкновенного клиента нужно содрать. Вячеслав Владимирович. Только вежливыми словами вам сейчас это нужно взять и просто сказать по-другому. Давайте я послушаю, как это выглядит на галантном языке, на официальном. Вячеслав Владимирович, поймите, вы из тех клиентов, которые, к сожалению, принимают решения только после начинания принудительного взыскания.
Я не удивлюсь, что вы... Вы мне еще не ответили на вопрос, что такое принудительное взыскание. Не ответили. Банка ВТБ. А вы, если спрашиваете вопрос, задаете его, то задавайте его не в параллель. Давайте мы с вами договоримся, что вы не будете эксплуатировать вот эти вот уже всем известные термины. Параллель, конструктивный диалог, но это еще смешнее становится. Извините, все же, вернемся к сути. Да, давайте ответьте мне сначала четко и конкретно, что такое принудительное взыскание, по-вашему? Вы можете, Вячеслав Владимирович, самостоятельно ознакомиться с 229-м федеральным законом. А, ну судебные приставы, да? А что же они до этого? Вот решение суда было, по-вашему, да, уже? А что происходит? Где судебные приставы? А я вам скажу, я сходил сам к ним. Не перебивайте меня. Никакого принудительного взыскания. Нет, вы мне про 229-й закон об исполнительном производстве сейчас заикнулись. Вы знаете, я его изучил. И также я познакомился с приставами, которые завалены работой, которые с удовольствием мне заявили, что не надо ничего, если нечего. Извините, я вас перебью. Мне не интересно ваше знание, поймите. А почему я должен это понять? Ничего себе! Вы вступаете в диалог с человеком и заведомо плюете ему в физиономию, заявляя, что ему вам не интересно мнение. Зачем вы тогда мне позвонили, если вам не интересно то, что я вам говорю? Я вам позвонила с целью, пока... Так это ваша цель. А вы учитываете цели тех людей, кому звоните? Поймите, Вячеслав Владимирович, вы денег должны банку, а не мне. Да нет, ничего не должен, понимаете, я мог бы должен быть соседу, который достал со своего кармана деньги, которые сам заработал, кайлом там, или умом, или чем-то еще. И тогда бы я в доску разбился, чтобы ему отдать, потому что я знаю, что это деньги его, он их оторвал от себя. Банк никаких денег не имеет. А то, что он имеет, это в компьютере цифры нарисованы. Вы хотя бы понимаете, что внутриваловый доход страны несколько раз меньше, чем каждый год выдают банки кредиты? Где они эти деньги берут? Люди, если все вместе соберутся, неожиданно станут такими вот бояками, да, и захотят отдать все свои кредиты, они это физически сделать не могут. Просто этих денег в природе нет. Для чего это делается? Чтобы все население дрожало. У нас политика такая, да мы не вернемся. Мы не вернемся никогда уже к тому, что было тогда. И чем быстрее вы это поймете, банковские сотрудники, тем вы больше внесете лепту вот в дело борьбы. Вы же работаете за двадцатку. За двадцатку. За... Вы можете обсудить эту ситуацию. Вот вам не стрёмно работать за двадцатку на своей работе? Вячеслав Владимирович, я еще раз... На которую вы ничего купить не можете, никакие свои амбиции удовлетворить не можете. Вы максимум можете выживать за эту двадцатку, продолжая подумывать о тех же самых кредитах. Я не удивлюсь, что у вас самой по уши кредитов. Но вы никогда об этом не скажете. Вячеслав Владимирович, вы умеете жить по средствам, вы скажете. Если вы не прекратите вести... Да что будет? Я просто с вами попрощаюсь. Да давайте, давно пора прощаться. Я так говорю, понимаете, нужные вещи. А вы пытаетесь рассказать то, что я миллион раз слышал. Это мне неинтересно. Ну а что вы мне звоните, ё-моё? Потому что вы денег должны. И вы их... Да это у вас фантазии ваши больные банковские. Ваши больные банковские фантазии. Потому что вы думаете, что вам все вокруг должны... А вы как земля колхозу должны, понимаете? Все, на мне вы ни хрена не получите, это уже давным-давно понятно. Лично мне. А мне похер, что вы там хотите мне донести. Неужели вы своим скудным мозгом не допоняли, что с меня ничего не получить? И то, что вы там дочитаете сейчас свой скрипт, это никаким образом не повлияет на ситуацию. До какой степени нужно быть скудоумным человеком, чтобы просто вот сразу с первых ноток не понять это. А? И 229-й упомянули, и то, и все, и сейчас молчит, ждет, типа он выговорит. Так ты вот ждешь, молчишь и задумывайся. Простую вещь, аргументируй мне. Почему внутриваловый доход страны, все, что есть в этой стране, машины, дома, квартиры, продукты, в денежном эквиваленте несколько раз меньше, чем выдано кредитов. Задумайся, подруга, где ты работаешь? Ну,
Вы все сказали? А ты задумывалась, когда я тебе говорил? Вы все, да, сказали? Да нет, не все. Знаешь, можно говорить целый день, если бы ты вникала. Ну что с бестолочью разговаривать-то? Ты сейчас мне начнешь нести опять эту чепуху. Вячеслав Владимирович. Смешную. Что вы сказали еще раз, пожалуйста? Чепуху сейчас ты будешь нести смешную мне. В надежде мотивировать меня на оплату. А я еще раз повторю, сколько нужно мозги свои сушить по времени, чтобы вот такой остаться. Исходя из того, то, что вы общаетесь некорректно, я фиксирую от оплаты категорически. Мне в штаны навалить от страха, да? Всего доброго, до свидания.